Инсайдерский источник сообщил, что певица может приехать в Россию. Журналисты предположили, что звезда намерена вступиться за опального супруга комика, которому недавно отказали в снятии статуса иноагента. Так Алла Борисовна может воспользоваться своим еще не до конца утраченным авторитетом на родине и пойти топать ножкой в кабинеты чиновников. Также есть версия, что Пугачева насовсем расстанется с Галкиным. Появились даже детали их развода, артистка якобы может забрать детей, оставив юмориста в гордом одиночестве на чужбине, и переехать жить обратно в Россию. Обсуждают поклонники и эксперты не только будущее исполнительницы, но и изменения в ее внешности. Говорят, недавно знаменитость перенесла очередную пластическую операцию. Многие считают ее неудачной. Судя по снимкам в сети, на ее лице пропали все морщины, в разрез глаз стал неузнаваемым. Пластический хирург и косметолог Надежда Петраш предположила, что звезда прибегла к пластике нижних век и потяжке височной зоны лба и области скул. Из-за этого лицо Пугачевой стало одутловатым и опухшим, появились асимметрии и неестественная мимика, в частности, оказался сильно растянут рот. Ранее о ее внешности Аллы Борисовны высказался пластический хирург Артур Дзацоев. По его мнению, за последние пару месяцев певица изменилась незначительно.